Ход реализации национальных проектов по здравоохранению обсудили члены Общественной палаты Твери на круглом столе, который прошел в стенах городской думы. В ходе дискуссии была не только заслушана информация о положении дел, но и высказаны значимые предложения. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Несмотря на все предпринимаемые усилия, положение дел в здравоохранении пока нельзя назвать блестящим. Еще есть немало нерешенных проблем, что отметили в том числе и на федеральном уровне. С этим согласны и общественники. В частности, и по области, и по Твери непростое положение сложилось с укомплектованием стационаров и поликлиник работниками первичного звена. Именно вот отставание в первичном звене медицинского, оно озадачивает нас и президента, потому что в первую очередь люди приходят обращаться именно в первичное звено своим проблемам. Поэтому проблема очень важна для города, потому что город в первичном звене тоже много надо сделать. И еще один вопрос – уровень смертности. Верхневолжье по этому показателю находится на втором месте в ЦФО. У нас он составляет почти 17 человек на 1000 жителей региона. Один из вариантов решения проблемы – усилить работу по диспансеризации. В частности, прозвучало предложение руководителям предприятий сделать ее обязательной для сотрудников. Тех, кто уклоняется, отстранять от работы. Так поступили в областной больнице и добились того, что почти 100% коллектива ее прошло. В итоге своевременно выявили и вылечили 4 случая рака. Также общественники обсудили материальное обеспечение тверских медиков. Есть, как вы понимаете, поддержка медработникам, которые едут на село, но, к сожалению, сегодня сложилась такая ситуация, что медработникам, которые и в город в наш должны приехать или остаться здесь после окончания вуза медицинского, тоже нужна точно такая же поддержка, и материальная, и поддержка в виде жилья. А еще прозвучало предложение распространить целевой набор в медицинские образовательные учреждения и на жителей самой Твери. Это тоже позволит хоть частично уменьшить проблему дефицита кадров в областном центре.